На календаре 1 марта. В Тихвине весенняя оттепель. Мы провели небольшой опрос жителей города. И, как оказалось, тихвинцы готовы к весне уже давно. Приближается окончание учебного года, потому как я учитель. Приближается в Тихвине лель, приближается на каникулах. Это очень прекрасно. Дети будут заняты, будем встречать гостей. Так что все великолепно. А когда лень, тогда весна. Так весна. Весна – хороший день. Весна начинается. Сегодня день кошек. Вот, пожалуйста, праздник. Так что кошечку нашу, пожалуйста, снимите. Елена Васильевна Кузьмина, руководитель любительского объединения «Семицветик», говорит, что уже чувствует приближение весны, которое нашло отражение в детских рисунках. Да, в детских рисунках отразился. Рисовали весну, весенних птиц, прилет птиц. Подснежники. Делали для мам открыточки, сувениры на 8 марта. Конечно, весны хочется. Правда, погода не очень хорошая. Слякотно, сыро. До самого весеннего праздника Международного женского дня осталась всего неделя. Уже начинает таять снег, а день становится длиннее. Сегодня в Тихвине пасмурно и небольшие осадки, но возможно, что совсем скоро долгожданная капель сменится заморозками, а столбик термометра опустится значительно ниже нуля.